Профессиональный праздник, он же праздник семейный, у рыбницких металлургов принято отмечать на свежем воздухе. Ранним утром на стадион средней школы номер 10 финишировали участники легкоатлетических забегов «Стальная миля» и «Ветеранская гвардия». Лучшие спортсмены были награждены ценными подарками и денежной премией от руководства завода. Татьяна Гавриловна с дочерью Еленой впервые вместе участвовали в забеге. Обе в числе победителей, каждая в своей категории. Спорт – это жизнь, это движение, это всегда хорошо. Я считаю, что очень важно и нужно проводить соревнования как можно чаще, чтобы участвовали семьи, и дети, и родители, и внуки. Шахматные баталии, перетягивание каната, армрестлинг, турнир по волейболу, жумугири и показательные выступления юных каратистов продолжили спортивную часть праздника. Больше всего зрителей собрали участники соревнований по национальной борьбе на поясах – трынта. Победитель получил главный приз – живого барана весом более 70 килограммов. Скажите, пожалуйста, какой по счету баран? Как часто участвуете в таких соревнованиях? Полтора. В прошлом году мы с Сережей разделили пополам, в этом году решили до победы, чтобы определиться уже реально, чей баран будет. Праздничные мероприятия продолжились в городе. В парке на летней эстраде прошел конкурс детского рисунка на асфальте. Все юные художники были награждены грамотами и подарками. А любой желающий мог попробовать себя в роли модели боди-арта. Мы приехали погостить дедушке, бабушке и родственникам. И попали на ваш замечательный праздник, День металлурга. Старшая девочка у нас участвовала в конкурсе, вот получила грамоту за первое место. На центральной площади города прошел гала-концерт рыбницких талантов. Со своими программами выступили обворожительная группа «Доредес» и прекрасный солист Сергей Владимир. Поздравить металлургов с праздником приехал и президент Приднестровья Евгений Шевчук. Он отметил достижения нового руководства Молдавского металлургического завода и поблагодарил за то, что сегодня завод работает и строит планы на перспективу. И сегодня, когда непростые времена для нашей металлургии, мы оказываем и будем оказывать государственную поддержку Молдавскому металлургическому заводу, зная, что кризисы проходят, а предприятие имеет хорошую перспективу. Кроме того, в рамках праздничного мероприятия президент передал городу в безвозмездное пользование от имени Приднестровского гуманитарного фонда микроавтобус. Чтобы перевозил детей в случае необходимости, ветеранов, инвалидов, спортсменов, общественников, для того, чтобы было больше возможностей активно участвовать в общественной жизни в целом республике. В ходе торжественного собрания лучшим работникам завода были вручены ордена, медали и грамоты президента. На большом экране гала-эстрады был показан документальный фильм о развитии предприятия. Народные гуляния и ярмарочные подворья продолжили праздник. Очень рада за металлургический завод, что у нас еще работает металлургический завод, спасибо Богу. Ну что еще сказать? Все красиво, все, праздник. Поздравляю всех с праздником, чтобы всем было хорошо, чтобы никогда ведь никто не болел. И чтобы был вас город счастливым и всегда радостным. Общение, веселье, радость, что праздник, металлурги. Я так думаю, что дальше еще больше народу будет, так что вообще класс, отлично. Весело, хорошо, даже не хорошо, отлично. Хорошие гости, хорошие певцы, хорошие люди, замечательно отдыхают, хорошие компании, теплые. Все классно. Финальным аккордом праздничного дня стало красочное шоу. Перед рыбничанами выступали солист группы «Динамит» Илья Зудин и легендарные музыкальные коллективы «Бакара» и «Атаван». Завершился вечер праздничным салютом. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.